Бои проходили жестко и бескомпромиссно. Спортсмены из Анапы в первый день показали отличный результат. Все вышли в финал. Результат команды Анапы – 4 серебряные медали и 1 бронза. В боях отличились дебютанты – Владимир Байрачный и Олег Кашеро, которые сразу сразили противника на повал. Кашеро завершил бой досрочно – нокдауном. В итоге большинство наград завоевали краснодарские боксеры. Спортсмены неоднократно выезжают на сборы в Таиланд и Беларусь. За последний год одна из краснодарских воспитанниц стала чемпионкой Европы по тайскому боксу. Кроме медалей и звания чемпиона в Кубани, победители турнира получили путевку на соревнования Южного федерального округа. Вадим Родин, Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа регион.